И мне кажется, это было даже красивее. Поезд в сторону центра. Этот участок, кстати, считается самым загруженным в московском метрополитене, и это не преувеличение. Сейчас уже 10:37 утра, но в вагонах по-прежнему не протолкнуться. А в 8 зачастую в них и вообще не войти. Мы сейчас выходим в район Печатники. Как текстильщики, так и печатники тут. Прямо в район Текстильщики на улице Люблинская. А вправо в Печатники. Здесь также уже начато строительство станции большой кольцевой линии, на которую будет пересадка. А вот сюда вот к электропоездам будущего второго диаметра, а ныне пока что Курское направление. Так, вот мы покажем выход. Вот уже то, что огорожено, это уже строят метро. Все,